Буквально несколько слов хотел сказать о компании Gigamon. Компания Gigamon является мировым лидером в области пакетных брокеров или решений Network Security платформы. Компания растет на 40% ежеквартально. То есть решение компании Gigamon настолько востребовано в рынке, в мировом рынке, так и российском рынке, что наше решение очень и очень успешно внедряется в информационную безопасность. Мы предлагаем различного рода пакетные брокеры для российских заказчиков, которые используют наше решение в информационной безопасности для ответвления трафика, для агрегации трафика, предоставляя различные политики по передаче данных. В частности, мы успешно сотрудничаем и являемся агностиками с различными вендорами, такими компаниями, как Arbor, Palo Alto, Checkpoint, Fortinet и так далее, известными мировыми лидерами в области информационной безопасности. И решение помогает оптимизировать расходы конечным заказчикам, что является важным моментом в бюджетировании бизнеса. Мы предлагаем пакетные брокеры, которые предоставляют возможность ответвлять трафик на различных скоростях. От 100 мегабит до сотни гигабит трафик. Такого рода решение позволяет оптимизировать расходы для конечных заказчиков и позволяет оптимизировать общую стоимость OPEX и CAPEX. Безусловно, это банковский сектор и телекоммуникационный сектор в первую очередь. Хотя, конечно же, предприятия различных отраслей промышленности также представляют нас большой интерес. Не могу не скрыть того факта, что крупнейшие телекоммуникационные операторы, такие как Ростелеком, МТС, Мегафон, Вымпелком, активно используют наши решения для мониторинга сетей и в области информационной безопасности. Также крупнейшие банки Российской Федерации, начиная с топовых, начиная со Сбербанка и так далее, все также используют решения компании Gigamon в области информационной безопасности. Я участвую в выставке InfoSecurity, начиная с 2013 года, и есть мне что с чем сравнить. Безусловно, по сравнению с 2015 годом, видно оживление рынка, больше заказчиков появляется, все больше и больше интереса проявляют как со стороны системных интеграторов, дистрибьюторов, так и со стороны конечных пользователей, таких как банки, телекоммуникационные компании, ритейловские сети и так далее. Пожелание организаторов увеличить количество площадей и привлечь как можно больше различных вендоров, международных и российских вендоров, производителей оборудования, а также системных интеграторов, работающих в области информационной безопасности.